Хочешь развестись? Садись за парту. В Дании, где до сих пор правила расторжения брака были одни из самых простых в Западной Европе, ввели обязательные курсы для супругов, желающих расстаться. До сих пор достаточно было подать заявку через интернет и стать свободным в считанные дни. Теперь же придется пройти специальные курсы, а вся процедура займет 3 месяца. Сделано это, как говорят разработчики, даже не столько для того, чтобы сохранить больше семей. Задача программы – помочь людям справиться с психическими последствиями развода.